Пройди первый ряд весь, вот. Чтобы он никуда не зашел. Я сейчас снизу прикручу, чтобы он не подымался туда. А то его подымали, когда прогнули, и он как бы... Давай весь пройду сейчас сразу. Начальника сними. Начальник. Руководящего. Ты пальцем еще так. Как тебе реклама будет? Хорошо наверху, да? Да, здесь тихо сейчас. Ветра нету. Золотая осень просто. Еще не совсем, маленько погодя будет. Да, да. Какие бескрайние просторы. Да, вот туда смотришь, как океан какой-то, да? Океан леса вообще. Люди не живут. Вообще, да. И еще у нас в стране так дорого земля стоит. Да могли бы людям давать, не просто могли, надо давать, они чтобы они... только отнимать. Что-то строили хотя бы, что-то знаешь, делали. Что у нас земли, Паш? У нас земли просто вообще. И не, даже не сеется, не пашется, кругом земля, да? Да. Вот смотришь просто вот... Я не знаю, океан просто леса, океан. А людям надо земля, чтобы строить, а не дает. Достаточно заниматься инфраструктурой, то есть, ну, электричество, да, газ, да, да. Дороги, вот основные вещи. Так они же вот не понимают просто, они если это будут делать, они же с этого будут все равно деньги иметь. Сумасшедшие, можно просто, ну... То есть электричество, там, газ, они же будут постоянно качать. Люди сами построят. Люди бы как-то жили, развивались, как-то хозяйство вели. Да, да. Вот, а... Люди сами по себе построятся. Да. А только подведите, сделайте, уже деньги пошли. Нет. Сейчас придется вам маленько потесниться как-то. Мы сейчас будем передвигаться. Поля так. Не-не, совсем потесниться, туда вставать придется. Ага. Там никого не накрыло, Славина. Да, я кинул шапку туда, шапка застряла в самом конце. Пришлось кофту снимать, кидать, шапку завести. Ёбаный угол. Надо коньком закрутить. Да, да? Коньком прижмется, конечно. Смотря штаны. Нормально. Нет, не нормально там. Нет, там тоже прижмется. Крыль нормально. Прижмется? Да, да. Там... А, так там как раз саморезы рядом. Давай, все. Ну, крыль. Нормально. Ёбаный рот, я еще там рядом не сделал. Да ничего, сейчас прокручу. Ну, давай лучше сразу. Да этот прихвати, давай. Этот прихвати. Слав. Не, аккуратнее, Слав, конечно. Лучше прихвати хоть. Что там? Через одно, через эту. Ну вот, прям, где у тебя рука вниз. Вот, правильно, да. Сюда. Давай, одержи. Да не, надо тапки одеть. Я сейчас вот полезу, как последний, надо тапки одеть. В тапках хоть это, держишься там. У тещи по такому же склону тоже в тапках ходили. А его вообще быстро делать, да? Там крыша? Да. Ну там, да, там сколько только снимали. Просто снимать. Там шифера столько было.
конек должен быть. Дальше они вниз. Ну там прихвати еще один, значит, они справились. Давай сейчас до них дойду. Да, ты как беременный ходишь с саморезом. Ну да, это стандарты мне вот продают. Стандартного качества. Да. Смотрится красиво, да. Они единственное. Проекты делают, так там без разницы вообще. Много всяких разных. Да. Но это не Пестовская, это, наверное, Тверская, да? Наверное, да. Я даже не знаю. Ну вот я знаю, что вот. И на том участке они вместе брали из одной конторы и делали их, в общем-то, в одно время там. Я помню, приезжаю, здесь заборов не было, ничего не было, а у нас-то еще вообще ничего не было, мы сарай делали. Вот, и, в общем-то, у них стоят вот эти, вначале два дома, по-моему, они дома, по-моему, построили вначале, а потом баня. Вроде так. Я уж точно... Не, не одни, вот, вот эти два. Это два разных хозяина, но они в одно время делали. Так с этим красиво. Красиво, да. Они смотрятся очень красиво. Единственный недостаток, вот мне кажется, фундамент он низкий от земли. Да, надо низкий. Бы повыше делать, да. Нет. Ну и вообще у них и по проекту. Вот. Полметра надо. Да, хотя бы, да, полметра. Куда их просто понадобится еще, нет? Не понадобится. Давай, вставка. Так, ветровой надо будет маленько опустить чуть-чуть. Слав, доски эти точно не понадобятся, да? Да. Можно, в принципе, и не опускать тут всего-то сантиметр где-то. Они пускай пока нижние готовят, да и все. Нижние все не надо пока. А если что, успеют, что мы с тобой вдвоем тут будем? А то вдруг... Там один размер, а вдруг здесь где получше будет. Начальник хорошо будет. А? Вдруг начальник хорошо будет. Да? Привязать, крючок цепануть. Я его потихоньку, так, чтобы не поцарапать, подниму. Вот падайте, пока у меня рыб нет. У нас лишь цельные огромные.
Начальник проголодался. Пусть он худенький ест. Булочка. Славян, ты стой внизу, если что, держись двумя руками. Его работа пока стоит. Да, я слышу, как ты поехал, но тебя по-любому не поймали. А слышишь, она вот не понимает, да, вот это? А тебе не надо. Двумя ногами в лицо. Вот эта часть... Да, надо. Вагонку надо покупать. Ну вот. Я поймаю. Сколько стало, пиздец. Или ты поймал его? Я найду. Да бал-то в голову. Хорошо так упал. Потом это. Так. Что дальше? Ну, сейчас конек ставь. Конек, да? Да, ты туда перелезь, его сюда подвинь. Я посмотрю, сколько. С той стороны? А через год там дракона, потом свиньи, потом обезьяны. И что ты будешь менять? Это, мам, некрасиво. Это прошлый век. Конечно, это некрасиво вообще. Вот всяких животных вешать там. Или флюгеры вот эти. Ну, это некрасиво. Конечно, нет. Зачем? Это эстетика, понимаешь, монстры прошлого. Монстры. Я видела на заборе.
Это тоже. С той стороны? У меня в кармане уже. Это, ну, я не знаю, некрасиво. Снимаешь с другого ракурса. Да. Пока время есть свободное. У вас 4, да, там отрезано? 3? 3. Ну, 3 как раз хватит, потом леса надо будет маленько отодвигать, тут мешать будет. 3 по 297. Ну, красивая получается крыша вот так, если... Конечно, красиво. Красиво. Крепится, она вообще сама по себе красивая. Да. И формы такие красивые, в общем, ну, цвет нормальный такой. И сделано так, мертвое. Да. Если подымет ее, так вместе со стеной. Да. А они же вот этот брус, вот этот, ну, горизонтально несущий, как сказать, у нас... Да, он же у меня вармопояс весь, ну ты видел там. Так и правильно, ты его так и надо. Да, да, да. Если деревянный, так и деревянным так и заделывают тоже. Там, да. Вот, там мертво просто. Вот это я долбил этим перфоратором. Вот такие штыри сантиметров по 15, наверное. Болт обрезанный. Болт на 10 был. И вот бух, бух, таким молотком громадным. Бух, бух, забивал туда. Да, они вообще мертвы, они стоят. Между вот той и той волной.
видишь, где вот маленько... 4, 5, 6 от тебя отверг. Вот между вот теми смотрели. Можно было ягоды сажать маленькие. Все отлично, ровно. Отсюда, да, мы начинали? Две пропускали вот эти две? С самого верха, вот отсюда. Да, да, да. Досочку все скрыли. Через одну, да? Да, да. Так нормально, да, видно. А? Так нормально, видно. Нормально. Вот так, нормально так. Так, длина, да, да, вот вообще длина отличная. Две вот эти пропускаем. А вот так лежат, да? Угу. Скажи так, через одну. Две вот эти пропускаем. Вот эти две. Не, не, верхнюю наоборот пропустим. Ну. Скажи так. 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 Нет, пропустим через одну дверь. Короче. Это короче, на 15 сантиметров на волну, здесь можно чисто не заметить. И что тут? Тоже через одну, да? Надо ветровую сразу. Что пускай вторую? Планку. Эд! А? Ты планку принесешь? Вот. Планку надо. Плянку. Плянку. Себя поднись. Планку. Сейчас я коротким скорую. Ну да, да, вот это. Где это? Где делать? Тут это? Тут это. Да, тут на стыке не все. Вот тут? Конечно.
Так вот, да? И ножок, неси там. Так, да? Ну, на, да, на стыке там, и где-нибудь, ну, на стыке посередине там вот то ребро, и где-нибудь сверху. Где? Вот он. Да, да. Чего? Начали вообще? Подержи, чтобы я сейчас доску помил. А? Доску помил.
Не траву, не траву, там же жизнь. Подождите. Пониже и заново. Во. Ну, у меня бы крутить, конечно, еще. Ну, я не все ставил. Все там? Этот край надо сюда поднимать. Да, вот там. Как и как? Ну, вверх прикрутим, там прижмем. А. Давай на один болт. А он добро еще не дал нам. Не-не, подожди, там надо будет маленько подлиннее по ходу делать. Нет, у тебя ничего не стало. Словами кратили век. Болгарки у отца столько много было, и короче он их покупал там чуть ли не каждый месяц. Вот я разбирал, как-то ремонтировал, как-то его ремонтировал, то есть очень много у него было. Один разных фирм там, разных модификаций.
хорошие болгарки какие, Макита, Коша. Ну да. Так и это, Шарпайр, Макита тоже нормально. Тоже самый был хороший и надежный шарпайр, это Алибер. Вон у него. Аккумулятор у него, вот такая штучка есть сверху, куда вставляется. И он до самого конца вот это будет. Честно скажу. Войдите, ставьте аккумулятор. Такие же ПРС не очень люблю. Вот эти электрические, вот, вот эта вещь, да. Вот, ну, от 220. Ну, он и мощь какая-то. Ну, а я не люблю еще, потому что с ними никуда не залезть. Так. Не, вот, если за собой тягать этот шнурки, почему? Залезешь, в общем? Да. Что здесь не так? С проводами что-то. Далековато что-то, он с Лёйком Фироки там не приваривали, там ещё кусочек. Там-то мы вообще через две делали ванну. А там то, что не было, есть и верхнюю, самую верхнюю там не припущено. Слайм, держишь? На средний, да? А опять посередине идти? Или как? Подожди, надо. Сейчас, погоди. Секунду. Сейчас. Надо низ запустить. Залезай бы сюда, прикручивал бы.
Давай его выше надо поднимать. Выше все. Так, все. Следующий будет длиннее. Может быть. Ну, будет такого, я тебе говорю, что она там будет побольше на своей. А что это она? Ну чего там, говори сразу. А что она вон с каждым разом это шире идет? Так вот я тебе говорю, ее надо подвывернуть сюда и меньше делать. Блядь, что, закручивать, да? Держи, держи ту сторону. А? Дай я сначала закручу. А? Держи крепчик. Ну, держи. Что, правильно мы сделали, что сразу все не отпилили, да? Ну да, там вот она изменяется. Она уже, так ты ее маленько туда вот так, шеверни чуть-чуть. Куда? Туда. В тот край? Да. Сюда. О, и блин, закрути вот тут вот. Давай, вот я же. Ты так ее подтяни и закрути, чтобы туда она была натяжка. Еще, еще. Здесь середину, да, вот так вот. Вот так? Да, да. Где там? Через одну ты ебашь. Вот. Да, да. Я нашел. Неудобно, не делай. Может, не в середине, может, чуть-чуть поближе? Да ближе еще, ближе сюда, да. Потому что это пиздец. Так? Да, давай. Да. Бля, а тут никак, она не попадет в дырку, в эту, в доску. На что тут есть? Ну, я ниже еще возьму. Нет, так, надо, короче, все, во сколько длинчится там надо? Посмотри. Да, все. Что, на сколько? На сколько длинчится надо ее там? А на сколько выше? Да. Что-то еще плавка надо. Плавка надо. Где, здесь? Где, где? Дай-ка уголок. Надо будет сейчас еще. Сейчас скажу, на сколько планку ее приподнимать надо. Вот это кого слушать? Вообще-то. Один, да? Его не приподнимать надо, его надо там подвижу где-то сюда. На 3 сантиметра. 3 сантиметра. Угу. Это от волны. Слышь? Ну я понял, кто там у нас оно. Давай, опусти. Не надо, не надо. Что, закручивать или что? Сейчас я вниз закручу. Еще. Давай, сейчас вниз поплачу. Надо будет сейчас его так выдвигать туда. Ускорить. Сейчас 2,97 было, да? Да. Ну. Да, да. На слой. Сделали, наверное, 3 сантиметра. Да, да, 2,3. Валерий, да, одну. Нет, 2,4. Прибавить? Да, да. Ровно трешку. Да, да, да. Я думал меньше. Ну все. Блин, надо сейчас тут попробовать. Да, это, ну одну пока, а там посмотрим, да. Только один. Слышь? Да, да, там посмотрим. Да. И что, теперь отсюда через одно вступать, да? В смысле? Отсюда.
наверное. Потому что сверху пучок. Не, сейчас она пойдет туда. А. И что теперь? Если. Если вот так вот будет, то можно выкрутить следующий. Вот так. И то это мне надо прикручивать здесь его. А чё он больше-то становится? Мы вроде отрезали 3.1 четко вообще, больше, чем на прошлом листе. Потому что та сторона, этот клин получается с той стороны. Но оно затекать ничего не должно туда? Не-не, затекать не будет, сейчас посмотрим, всё. Блядь. Ну отсюда, честно говоря, нормально, я нашел. Бля. Ну мы держим что-то. Ну да, а видно. Ничего то, что он сейчас горочкой будет. Где? Ну вот. Смотри, он тут сейчас. Ну ты прикрути один саморез, посмотрим. Я же говорю, блин, посмотрим, что там. Давай. Это было длиннее, наверное. Если длиннее бы отрезали, мы что, оно лучше бы было? Сука. 3-2 слаб. 3-3. Пиздец. Он у вас. Сверху нажми-ка на лист вот на тот. Наверх, нет, наверх и на самом. Сверху вниз. Вот это? Да, нажми вниз. Ну не сильно так. А как? Ниже никак, да? Нет. Да молотком надо ударить вот это, сверху лист, загнуть его и нормально, чего? Так а давай кувалду, хули молотком. Кувалду тяжело ее нести. Слав, я предлагаю это делать ребят, зазор. Смотри, мне кажется, сейчас меньше. Второй лист пойдет просто. Смотри, поднимись сюда, посмотри. Сейчас я посмотрю. Второй лист, мне кажется, пойдет заебись тут. Потому что его нормально, а вот тут вывернул. Я вот туда. Да это-то понятно, что ты вывернул. Лишь бы он вывернулся так, что потом. Надо длиннее листы просто резать. Длиннее делать. И зазор будет меньше. Зазор же это плохо. Смотри, подожди. Так. Вот так крутим. Так? Сейчас пойдет, да, на этот сужение. На этот саморез. И остальные такие же листы. Давай держу, чтобы не назад. Давай, может, увеличим 3.02, 3.03 будем делать. Сейчас сколько? 3.01? Ром, мы делаем миллиметр в миллиметр, вот я четко вижу. 3.01 с половиной, сейчас... Нет, 3.01. Ну, там, он, смотри, говорится, зазор сантиметра 2. Вот сейчас вот здесь зазор есть вот тут? Вот тут? Да. Блять, ну... Сколько? Сантиметр, наверное. Ну давай... Ну, сейчас, считай, он, блин, сейчас... Он второй, так нет, понимает, какая сантиметр есть, говорит. Такой же не сделай, сейчас он уже все плохо. А как, давай на 5 миллиметров больше сделаем, не идет назад. На, это саморез на. Давай на 5 миллиметров больше. Не, сделайте такой же, потому что он сейчас еще идет. Сейчас он пойдет, да, уже на свое место. Все, он там уже прикрутил. Вот, все. Сейчас мы, да, планку принеси сейчас. Да, планка есть, значит. Планка. Так же резать, да? Да, нет, как увеличиваем? Увеличиваем на 5 миллиметров. Да не, я думаю, не надо. Черт. Ну, зазор-то большой. Да. Не, сейчас зазор не будет. Да, сейчас. Да, не надо. Да, там не надо? Да, надо. Не, не, не. Сейчас уже все. Там, смотрите, улитка. Ага, сейчас уберется уже зазор. Ну, смотрите сами, можно увидеть. Да, надо спасать. А? Надо спасать. Мам!
Здесь есть такой вариант один. Ты подойди сюда, я тебе расскажу. Во-во-во. Бля, Славян пошла почти. Ну, чё там? Бля, вот тут-то вообще почти до конца. Ну, подожди даже. А вот в середине. Иди, ну, сюда. Вот тут в середине что-то мозги идет. Середина это вверх, там доска кривая. Ты что, не помнишь, что там бугор, бля? Там же бугор. Подожди, приотпусти, я сейчас и щелкну вверх. Ну, блядь. Так-то похуй. Так-то нормально. Не, ну как нормально? Ну так-то лучше, чем был. Ой. Ну так-то хуй. Ну как лучше-то? Чего лучше? Ну, бля, лучше, чем там. Фу, бля, держи, я скажу, вообще прямо вот здесь держишь, чтобы она из замка не выскочила никуда. Давай я тут тоже держу. Прихвати одним саморезом, я хоть посмотрю там. Еще там хоть вообще ничего нет. Где переход? Нет, ну да, нет. Это мы отрезали столько же, 3-1, по-моему. Любовь Николаевна, ну что вы запили-то? Ой, не запили. А грибы прямо влезут каждый день. Нормально, идет на улицу. Да? Ну, я говорю, меньше. Что, давай, я тут прихуяришь. Давай. Вы мне чуть-чуть подыграйте сейчас. Тоже сейчас могу. Слав, подыграйте. Сейчас. Любовь Николаевна, ну вы подойдете, нет? Все, я скакую. Бля, эта капля молока там попала, блядь. Да, такой. Да, все, оно уже не пойдет. Внутри хорошее. Вот смотрите, смотрите, видите, вот там козырек, вот этот. Есть такой вариант, что ребята его загнут и гвоздями, хорошими такими гвоздями на 100-150 пробьют, вот плотно так пробьют, и оно лучше будет, как бы плотнее и ответ. Сюда, что ли? Да, вот так. Мам, ну зазор образуется, зазор. А если они пробьют, молотками простучат, оно знаешь, как классно будет. Пиздец, блядь. Мам, ну почему сломают? Просто ровно, вот и Слава тоже говорит, что так делает. А, ну что ты? Ладно, ладно. Хотите, сделаем побольше, но 5 минут. Прикрути сейчас. Сейчас. Подождите. Да, вот так. Да вот там не держи вес, не надо, она никуда не денется, ее надо вместе с листом столько же или увеличить? Не, такую. Что, до тебя дойти, давай? Не, давай, я сейчас тут прикручу, чтобы она не туда. Я подвину вообще маленькую. Нихуя себе, так-то нормально получается, что это странно, да? Придержи там эту шпу. Все, давай начнем. Ван? Не, повыше, что, смотри, как он стоит. Выше или так нормально? Вот так, да. Она, стой, Славян, у тебя не встала. Так я знаю. Ну да.
будет это? Пускай захватит аккумулятор. Славян. Последний саморез остался заряда. Есть. Он как раз после этих. Подожди, сейчас пока надо аккумулятор. Аккумулятор принести. Да. Ну, сейчас еще одну. И потом. 3-1 мы ровно от этого. Много. Ну отпилим что. Много не мало. Два целых, да, здесь ставить войдут? Ну да, один возможно, что нам придется все-таки тоже подрезать. Скорее всего. Как и вверху, да? Да, надо померить обязательно. Срежем. Да ты поверх посмотри, все то же самое. Один, да, конечно, подрезать придется.
Только что можешь. Все понятно? Да, да. Волна не совпадет здесь сверху. Не держу. Че, так же? Бля, да. Ни лучше, ни хуже. Слышь, а тут одного листа, наверное, хватит. Сколько должно быть? Не надо, точнее, подрезать. Да ну, надо мерить, там 15 сантиметров было лишь, 20 круче. Да я смотрю. Подожди сейчас, надо еще. Ну, длину туда такую же отрежьте. А, лепку не надо. Лепку так? Да, лепку. Да, да, сейчас померяем. На конце тачки рулят, это все отбили. Так я сейчас внизу померяю, ты сразу сверху померяешь. Ну, сейчас пока. Тут все неуклюже, блядь. Фонарик начинает гореть. А сколько, что он правда сказал, полдвенадцатого было? Да, ну полдвенадцатого еще было тогда. Давай лист прикрутим. Какой? Осталось. Вот это докрутим до конца. Да тут планку надо, подожди, сейчас померим. Ну. Это я прикрутим, тут не надо. Прикрутим потом. Резать идем, да? Сейчас. Метр шесть, видишь, до сюда. Угу. А лист сколько? 20. Ой, метр 20. 14 сантиметров так же. Там сверху померить тоже. Там же, там, нет? На. Так же, блядь. Метр. 8,5. Ну это хуй с ним. Метр шесть сделать. Так. А? Метр шесть сделать, и метровым закроется. Да? Да. Сколько лист вообще один? 1,20 м. А тут 1,06 м. Это придется отрезать поперек. Ну, так же. Ты им сказал, что 1,06 м? Ну, они сейчас длину сначала отрезают. Так а что, давай ветровой сделаем. Давай, давай. Планку-то не надо сюда? Ну, планку прикрутим, потом уж когда все прикрутим. Блин,
Рулетку, на. Сейчас я сразу планку на это, да? Чтобы она не шаталась. Сейчас, давай, я подержу здесь. Сколько тут? На сколько тут у меня крутится? 12,5. Давай длинный сюда. На просто не надо, надо. Прикрутишь? Угу. Ага. А кто тут? Да, да. А, это, нет, пониже, в середине не дали. Хуйня тут в этих планках, да? Да. Когда уже разметки. Тогда все готово, да. Что, брать планку? Блять, рука болит, пиздец, моя вообще левая сторона. Я не могу. Ее под ту подсовывать или наоборот? Не-не, наверх, наверх. До самого конца? Да, до упора. С, 1,06 также. 1,06? 1,06, да. Вот так, да, получается? А у тебя там метр? А? А, вон она здесь. Вон чего там нет-то, так? Не, не, не. Все, прикручивай. Отсюда. Сверху, посередине. Сверху, здесь один меня. Прям две ебашек даже лезут. Блять, сука, совсем ебал этим по челюсти. Чемоданом, блядь. Можно в глаз въехать. Так уже саморезов не было, когда не, ну это тоже, блядь, нихуя. Олег, почти, сука. Ну что ты, похуй, блядь, лишь бы, блядь, потом не моргал, хоть глаз его нихуя не крутился, блядь. Да, 1,06 точно. Ну потом ставим лестницу сюда, и сюда, и туда. А, сюда лестницу близко поставили. И что делать? Да можно. С ней вот эту доску подвинем, туда же везят. Скинем ее. Я хочу делать. Сколько еще по времени? 30, да? Наверное, да. Даже меньше, наверное. Да вроде нет. Да давай пошли, прикурим сигаретки, пока они там горят. Да? Тут эти кроссовки-то совсем устали. Да они не устали, они уже на пенсии. На пенсии. Они уже все. Опа, стоп. Погоди. Не торопитесь.
Держите? Нет. Самокрут нам. Блин, скользко. Не скользко, шатается. Последний лист, да, у нас? А не, уже тут столько саморезов не надо. На, я забираю вот это все. Лестница. Лестница сейчас поверхная. Вот это не отъехал. Что отъехал? Да лестница сейчас подержим, чтобы сюда можешь лестницу не ставить. Бля, у меня рука уже отсохла. Это вверх, бля. Нет сил, бля. Есть. Сейчас не... Планку вес. Там нету, да? Тут нет, вон она стоит. Сразу хлопнули. А, ага. Где его ебашит? Ну вот на стыке где-нибудь он, где ребро. Длинными надо? Ну ты пробей этими сначала. Так, вот тут? Ну да, да. Держись лучше сбоку, блядь, так понадежнее будет. На, я тебя насаживаю. Получше, получше. Ну я вот тут уже дырку. Покруче? Да, да, другой этот длинный посадил. А чё, какой смысл-то? Эти тоже на 35 миллиметров прошивают, мне кажется. Он в дерево не входит. Не входит, да? Он только между собой. Два этих и волну, да. Не понятно. Ослабь, ослабь, дохуя. Ну ты выкручивай. А? Выкручивай теперь его за. Да нормально. Не-не, вообще он сжатый, вы не смотри. Оп, оп, все, все. Че, лесенку поставить? Какой ставить-то? Погоди, давай сперва вот эту хуйню прикручу. Ну? Где? Пониже. Вот тут? Повыше возьму. Ну тут, да. Не сжимай сильно. Вот как вот здесь, вот так. Вот так все, все. Да, а, хорошо. Все, ну, вот тут, тут видно так, было, что пережимал он. Да, вот даже отсюда видно было, что пережал, как бы. И она чуть-чуть согнулась, да. Сейчас четко вообще сделал. Нормально. Нет, отлично. Да, что, пережат? Не-не. Не надо. Не-не, этот отлично, наоборот. Вот этот. Верхний вот тот до этого, ну тебе Слава сказал. Не спеши, ты ставишь сразу кривую, не ставишь, не ставишь, а ты отлетает. Пониже.
знаю, что поставим эту лестницу или чего. Да похуй вообще, я могу тут что-то забрать. Правда, скользко, блядь. Бери эту сюда, эту планку, и залезай сюда, сейчас лестницу поставим. Какой вообще... батарей? Ну? Какой батарей? Так вон, какой? У нас один тут какой. Бля, маленький. Самое главное, всем вместе не ёбнуться втроём. Но оно же привязано. Нет. Вот этот угол нет? Вот это, вы подождите. Я отойду чуть-чуть. Не, вон, тут. Так давай сперва вверх прикрутим, потом уже. Какой вверх? Или что, ты все? Так там надо вот вверх, раз, два, три. Три болта надо. Три болта и ведровой один. Ну, вот у меня есть три, смотри. Ой, тут у меня, вон, в кармане еще тоже много. Да мне хватит. Да, что давай. Да ты отойди, я поставлю. Давай на ту сторону. Бля, идущий на смерть. Идите вы в жопу. Давайте, может, лучше привяжем этот угол. Ты главное. И вот эту держи, и с рукой. Дайте шурупар, что мне руками пальцами закрыть. Вы главное крепко держите лестницу, ладно? Там, ну, какой бабами меня там тот свет не забрал. Да так попробуй сначала, то, блядь. Хуй его знает. Нормально? Ну ты как бы, блядь, не прыгай. Ну и проверить-то сразу лучше. Стой. Так-то стрёмно. Так стрёмно, мне даже тут стрёмно. Тебе-то чё стрёмно? Давай. Ты можешь хоть руки убрать, нахуй, похуй. Всё, лучше переехать туда. Старайся меньше шевелиться. Да тише ты. С, двигай. Ещё. Вот, сюда. Неправильно стоит. Вот. Неправильно. Вот, тут сюда надо. Надо еще подвинуться. Вот. Давай. Блядь, что ты сейчас тащишь? Нет. Да я проверяю. Вы там, вам заебись вообще. А мне-то что-то не айс вообще. Где прикручивать? Ну там посмотри примерно. Все, понял. Получше. Вижу. Они дышат, подумайте. Нашел. Давай ты, сука, переключайся. Бля, стрёмно. Смотри, как легко выкручивается, да? Выкручивается-то легко, а вот стоится что-то не очень. Давай ты. Тут-то еще. Тут нет. Нет. Ну тут нет, сейчас я прикручу. Лестница. Все, можно отсюда вообще. Уебывать. С той стороны сейчас прикрутим и все. Да, там вниз, да. Планка надо? Планка надо. Возьми его. Возьми его. А, сейчас. Да, вам, поставим. Ладно, давай. Не. Там, да, ну похуй, ставь. Все, держим. Подожди. Нет. Да. Че?
Ну чё? Чё, нормально? Нормально. Ты её вот так всё... Да упор, главное, вот. Туда возьми. Да, наверное, нет, да. Да уже, наверное, всё не нужно там. Все вот это, что осталось, не нужно. На лист больше нам посчитали, но это мелочь. Не, они посчитали просто, чтобы резать. Это ладно, вот так стройка только начинается, а вот так люди кто покрыли, а куда потом, нахуй оно надо, лишнее. С той стороны только, да, еще? Да, еще. Там лестница нужна большая, вот эта, да? А что, с двух сторон надо, да, Славян? Славян, с двух сторон там надо? Да. Пойдем? Да, сейчас. А что, можно вот так вот ее ставить, да? Зачем? Мне надо с той стороны закручивать, как ты... А, понял. Переезжаем. Ну? Леса разбирать, мне это зачем? Вот два листа сэкономили вам. Вот втюхали, да? Не то, что втюхали, они... А что тебе снимать-то, ее направь, да и все. Вообще, смотри, какая классная лестница. Не. Хорошо, что сделали 40 сантиметров куста. 50 бы сделали, уже пришлось. Ну хоть бы один втюхали, а то может два. Ну ничего, они не пропадут. Ну конечно, такие вещи вообще не пропадают. Ляпа-то-ляпа. Что, идите леса-то пока разбирать. Сейчас, надо вон тут убраться. Что? Один побольше дает. Да, мало ли, да еще разбирать, можно козырек там сделать. Нет, то что больше это неправильно. Нет, Паш, нужно еще козырек. Какой козырек? Вот тут, знаешь, на верхней. Да. Здесь же что-нибудь.
Сюда, а откуда? Вот, дорогие телезрители, крыша дома сделана полностью. Сверху покрыта металлочерепица. Конечно, в доме еще очень много работы. Предстоит еще немало рабочих дней. Вот, но один из производственных циклов полностью завершен. И, наверное, только у строителей возникают особые такие эмоции, связанные с завершением определенного вида работ. Вспоминается, сколько здесь было всяких нелегких моментов и переживаний, и волнений, и всего хорошего и тяжелого. Вот. Но вот сейчас все завершено. Смотрите мои новые видео, посвященные строительству, и обязательно подписывайтесь на канал.